Всех приветствую, дорогие друзья. В общем, сегодня мы с вами играем в замечательную игрушку по названию CSGO. Ее давно не было на канале, и вот я решил нас разнообразить. Ну, решил зайти снять видеоролик по дезматчу. Все против всех, решил вот так вот просто так зайти. Ну и что у нас получается, то что я реально сейчас хочу поиграть в дезматч, хотя я вообще в него почти не играю. Просто так, если порасслабонить, почилить. Ладно, какое-то еще ж не слово. В общем, чтобы отдохнуть, я просто захожу иногда в дезматч. Просто по расслабон. Ну, как вы понимаете, я уже лохом стал за все время отсутствия в CSGO. Так, ну давайте пока что с R8 поиграем. Да блин, я... Он просто у меня был уже на прицеле. Где этот говнюк? Ну да, конечно, он был на прицеле, но уже нет. На нахрен. Тихо, вот тут сейчас будет. Вот появился сейчас кто-то. Так, аккуратно. Да, блин. Ладно, уже закончился этот тайминг по R8. Но я уже начал разыгрываться. Потихоньку, но начал разыгрываться. Оп! Мимо! Ладно, не мимо, а попал. Убил. Обеспечил. На нахрен. Как он мне всадил. Просто замочили, даже не успел я где-то. Я хотел, в принципе, даже стрим начать. Но по утрам... Да, я снимаю утром, если что, эту серию. Потому что, как я сказал, нечего делать. Не хочу в соревновательные идти. Там ранг свой портить. А я уверен, я его испорчу. Так, ну ладно. Давайте. Насчет, ё-моё! Кто тут меня простреливал? Кто тут меня простреливал? Кто? Ну, такое себе. Ай! Ай, Кисен вообще красава, рубит всех. Фашион, фашион. Хрен поймешь, как их тут ники выговариваются. Тоже молодцы. А, его замочил? Да, такое. Так. А, это... Вертится. Лег-голик. На, правда, забрали. Такие не знаю, откуда их ожидать, конечно. Так. Ребят, вообще что-то жутко подлагивает дезматч, видимо. ОБС-ка дает о себе знать. Ну ладно, в принципе, и так нормально. Нормально, нормально, нормально. О, плюс 18 очков дают. Нужно прекращать и крутиться. Давай в бой. А это круг? Фу, это кто крутится? Курица, ой,
фу, курица. Курица это не противник. Курица это мой друг. Да! Ноускопом хотел я, да, ноускопом я хотел. Да, ноускопом захотел я. Так, все, ребята, все, давайте нормально играть. Так, кстати, ребят, в общем, не забываем, кстати, про подписку на мой канал, потому что здесь вот такие вот лютые крутые видеоролики, в которых мы будем бомбить, играть, но бомбить это вряд ли, просто играть там, учиться там чему-то. Патрули рассматривать, возможно, когда-нибудь. Сейчас попробую носкопом. На. Почти! Ха! Твою мать, нахрен он достал юз. У нас была чистая мужская битва на носкопах. Он меня не видит? Так. Ну ладно, ребят. Да куда пошел? Идиот. А какой Блудхант его забрал? Брат, я тебя спас. А ты меня убить-то хочешь, да? А меня спасли. Вот это вот добрые люди, которые меня сейчас спасли. Ребята, этот дезматч идет всего лишь на 7 минут, а мне кажется, уже то, что, ну, минут 40. Ну ладно, время, в принципе, долго тут летит. Это соревновательно играешь, просто время летит, сказал 5 минут. То, что там серия будет 30 минут, а уже ты рубишься 40. Ну, 50 там. Час уже серия может идти. Но вам, наверное, такое не нравится, так же, как и мне. Это долго, смотрите, там медиатину. Говнятину, медиатину. Оп. Раз, минусанул. Оп. Мимо. А, попал. Это чё, брат, стрелы? Стоять! У нас какие-то прострелы проходят. Эу. Осуждаю. Выйдите, я сейчас хочу ноускопом. Вот. Я хочу ноускопом дать. Просто ноускопчик. Потому что там 5 очков дают. Твою мать! Ну вот, я дал ноускопчик. Да. Ладно, молодец, молодец. Молодец, молодец. Ну я выстрелил. Но, видимо, не в него, а в самого себя. Ну ладно, я на пятом месте хотя бы. Так, мне ничего не дали. Все, я понял. Понял. Вот смотрите, кстати, вот когда я играл и был на первом месте, то мне реально тогда ничего не давали. Так, Ленти 9 и. Он просто на последних местах у нас красавица, а ему кейс дали. Ладно, это, наверное, за то, что его повысили. Погнали еще одну карточку. Так, ребята, в общем, смотрите, вот матч начался. Так, раз. Блин, я забыл, я же играю сам с собой, можно сказать. Давай сейчас СР8 попробуем. А-а-а! 75.
Силент, я иду за тобой. Силент, я иду за тобой. Пудыщ! Я видел в него снова выстрелить. Да, ё-моё! Найс, просто с гол на вы выстрелил. Правда, она ни хрена не золотая. А почему у нас бот играет? Так нечестно, с нами бот играет. Так нечестно! С нами бот играет, он на первом месте сейчас будет. Ай! Блин, а что я закупаться сейчас не могу? Вот такое иногда бывает. Из матча. Я не знаю почему, хотя я вообще тут ничего не закупал. На, теперь мое время было тебя с калаша наспиговать нахрен. Просто я злодей. Ой, ты кто? Пошел в жопу. Да твой! Ай-ай-ай! Да блин, меня понос не спас. Он должен был меня спасти. И кстати, наверное, многие задаются вопросом: эй, ты куда пропал? Где все трансляции по CSGO, которые ты вел раньше? А я вам так скажу. Я что-то не хочу трансляции там всякие эти проводить. Это будет немножечко попозже. Ну, допустим, весной там. Потому что зима это такое, зима, холода. А я думал, сова это такое себе. Это прям, ну, такое, такое себе. Опа! Поймал меня наш. Ты моего чувака забрал. Ай! Это как? Он со мной заспавнился там? Где он там сидел? Так. И, кстати, когда новогодний маньяк... Ой, новогодний маньяк. Просто вот маньяк, когда КСБ. Он будет тоже весной, потому что зимой мы не можем никак вместе собраться все. Одному что снимать маньяка, блин? Сам буду и маньяком, и этим, и говнюком одновременно. Кто тут? О, попался. Ну а, просто в башку зарядил нахрен патрон. Да, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну, смотрите. Давайте сейчас его на ножик посадим. В принципе, мне кажется, там по-мужески будет. Так. В общем, CSGO это просто моя жизнь. Майнкрафт, ё-моё. Так. Авапочка. Давай на авапах, ноускопи. Ноускопи. Энд. Happy End в Team Fortress 2. На нахрен мне прострелом в башку ноускопом в жопу. Тоже ноускопом. Опа, там сзади же.
Блин, успел. Лентинайн меня убил. КС-очка выручает. А если бы у меня был сейчас калаш, то я бы ни хрена бы не попал. О, кстати, я на третьем месте. Уже, наверное. Сейчас Анна Ливанёв. Так, аккуратно. Раз. Ой! Я просто миршприц использую, а он меня мочит. Не, ну прикольно, в принципе, сделано. То, что когда я достаю миршприц, меня всегда будут гасить. Так, почему я на четвертом месте? Идиоты, дайте мне место побольше. Ты дай мне место побольше. Куда пошопал? Потопал. Банихоп. Что у него инвалид нарисовал? Бред или не бред? Сейчас протокол будем выписывать. Ай, ты кто? Ну, ты Суприм, я вижу потом. Так. Угу. Ой. Нормально. Нормально. Живем, живем. Оп. Поймал. Оп. Еще минус один. Оп. Минус 0. 16 хп. У него в минусе. Угу. Так, так, ай-яй-яй, забрал, забрал. Вообще-то я всех мочу вообще-то. А кто это? Кто убил мою эту убийцу? Ой, минус 50 просто ровненько. Минус 50 ровненько. Ого, Негев, понос Негева. Понос играет с нее. Понос со скорострельной синей. Это мемы такие можно сделать. Так, раз, два, три. Я очень плохо играю, минус 88. Ладно, все мы достаточно хорошо играем. Просто пока что не выспались. Пока что да, я не выспался. Ай! Бам-бам-бам-бам-бам. Где он? Оп! Смотри. Смотри, он умный, умный. Больше, чем га. Рик. Чё? Не понял, короче. Шутки. В никах шутки у них. Так, 5 дополнительных очков дают за петуха. Петух это, в принципе, такое оружие простое. Освоение. Там просто бегаешь, застреляй. Тут даже не надо просто тактики какие-то придумать. Просто стреляй, бегай, стреляй, бегай. Бегай, стреляй, бегай, стреляй, стреляй, бегай, стреляй, бегай. Ну, у меня сейчас патроны закончились. Поэтому 1, 2, 3, тебе надо идти в страху. Эй, я тоже хочу с Эмочкой походить. Ладно, я им пойду на уступки. Да, ребята, ну, в общем, как-то такая серия у нас получилась. Коротенькая, конечно. Но, в принципе, нормально. Я немножечко подустал. Ну, и хочу всем сказать спасибо за просмотр. И всем пока-пока.